ШОС вполне вероятно продолжит расширять границы на Евразийском континенте, считают эксперты Казахстанского института стратегических исследований. В налаживании партнерских отношений заинтересованы, например, Сербия и Македония. В целом, по мнению политологов, Шанхайская организация сотрудничества довольно привлекательна. Высказались они и по поводу Астанинского саммита. Подробности в сюжете моих коллег. К себе Астанинский саммит привлек большое внимание. И это не просто слова. В странах, лидеры которых посетили казахстанскую столицу, живет 45% населения планеты. Поэтому неудивительно, что международное мероприятие освещали больше 700 журналистов из более чем 30 государств. Сейчас любое решение, которое принято будет на саммите ШОС, имеет значение для всего мира, мы так считаем. И тем более на этот раз предстоящий саммит состоится именно в Казахстане. И это очень дружественный, хороший сосед Китая. Сюда мы отправили порядка уже 20 корреспондентов, операторов, чтобы освещать и саммит, и госвизит. ШОС расширяет географию. Организация пополнилась новым участником – Белоруссию. Она стала 10-й страной в составе. Эксперты говорят, что международная организация ничего не потеряет. Для ШОС это очень выгодно, в том плане, что Беларусь является важным участником проекта по формированию единого транспортного пространства ШОС. И так как Беларусь имеет выход на Западную Европу, присоединение Беларуси к организации делает этот проект качественно лучше. Один из документов, который приняли главы государств ШОС, предусматривает энергетическое сотрудничество. Это, по словам экспертов, даст дополнительный импульс взаимодействию стран-участниц организации в сферах нефти и газа, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Рассмотрели участники и другие вопросы, в том числе по борьбе с наркотрафиком. Это представляет особую важность для Казахстана в связи с тем, что вот мы сегодня, как мы знаем, в мире очень быстрыми темпами распространяются синтетические наркотики. И в этой связи принятие стратегии до 2029 года поспособствует сохранению и обеспечению безопасности наших граждан. Не обошли стороной участники саммита транспортное и логистическое сотрудничество. Эту тему, в частности, поднимал и Касым-Жомарт Токаев. Казахстан находится на перекрестке многих транзитных путей, что делает вопрос еще более актуальным. Особое значение придается Транскаспийскому международному транспортному коридору. Через территорию стран ШОС проходит множество транспортных коридоров. И один из таких более перспективных – это в первую очередь средний коридор. Например, в 2022 году грузопоток по этому коридору увеличился вдвое, а в 2023 году еще на 60%. То есть этот транспортный коридор получает все больше и больше привлекательность для стран региона и позволяет получить мультипликативный эффект для экономики. Эксперты сходятся во мнении, что каждая тема, затронутая в ходе встречи, актуальна. И декларация, которую приняли сегодня в Астане, это большой шаг к глобальному миру и стабильности. Рауль Габитов, Нургали Мамырбаев, Ернар Нысанбай, 24 КИЗ.